Пошли мне соперника для Хольмганга, чтобы я испытал себя. Твоя воительница приползла назад, Локи. Славно. Я готов. Да, я давно уже готов. Ну давай, в бой. Ну все, хватит. Будет корм воронью. Сдавайся. Ладно. И что же кролик Локи пообещал тебе? Богатство? Славу? Честь? Кролик молчал. Надеюсь, ты это поймешь.
Нельзя же торговать несвежей рыбой. Где там твой муженек? Опять рыбачит? Так он мне говорит. Это твой муж ходит рыбачить под утесами? Да, все верно. А я торгую его уловом. Хочешь свеженькой рыбки? Я нашла его. И где он? В чьей-то постели? Отрабатывает долг? Мертв. Повздорил с разбойниками, а те скинули на него валун. Нет! О, бедный мой! И я теперь без гроша! Вот, возьми кольцо. Я сняла с него, оно твое по праву. Кольцо его матери! Дурак! Бедный, славный дурак! Спасибо. Хоть это у меня есть. Стоило мне замуж выходить. Осталась вдовой без гроша и товара на продажу. Бедный дурачок. А ведь я его давно предупреждала. Осмотрись вокруг. Мне весь день не везет. Надо бы это изменить. Погляди, Сюнин.
были с той стороны. Лети же. Лети, Сюнин. Вперед!
Разведай местность, Сюнин. Что видишь вокруг? Покажи мне все. Huh?
Что ты видишь, Сюнин? Хочешь сыграть Warlock? Тише, Халифтон. Пей мелкими глотками. Допей до конца. Да-да, спасибо тебе, Мойра. Можешь идти. От ее трав мой ум ненадолго проясняется. И давно она дает их тебе? Не тяни, Эйвор, скажи, что смогла узнать. Какие вести с севера? Мы отбили удар пиктов, лишили их жизни и взяли добычу. Фарвид просил передать тебе это. Он насмехается! Фаровид мешает с ядом вино, что дарит мне. Эти кубки — злая шутка. Насмешка! Мы нашли пару бочек черного франкского вина. Он сказал, что они для тебя. Я вынудила его открыть одну. Мы пили вместе, яда не было. Говори честно, Эйвор. Он что-то замышляет? Скрывает? Скажи мне хоть что-нибудь полезное! Пора выбрать между безумием и предательством. Между укусом змеи и дикого волка. Фаровид просил молчать, но Хальфдену нужна правда. Если не поберечься, лжи будет становиться все больше. Что-то ты долго молчишь, сестра волка. Фарвид задумал напасть на пикты в крепости Магнис. Без тебя. Тщеславный, двуличный предатель! Когда? Скажи! Узнаю на нашей следующей встрече. Он ждет меня в холмах. Хорошо, иди. Смотри, слушай, раскрой его ложь. Найди ее. Лорд, если боишься яда, остерегайся всего. Даже отваров Мойры. Вздор! Мойра со мной уже давно. Она не колдунья. Она добра и... Можешь поговорить с ней и убедиться. Она живет в Донкастере, неподалеку отсюда. Если что узнаешь, я буду к северу от Донкастера. У моего лазутчика скверные вести. Ноге, Беонтон! Пойдем прогуляемся к храму. Надо поговорить с Мойрой про ее отвары для Хальфдена.
Любишь раскидывать врагов? Может, кинешь кости? Ты мои глаза. Сёнин, веди. Мне нужна твоя помощь, Сёнин.
Покажи. Что ты видишь? Мойры здесь нет. Письмо из Вики. Значит, она ушла туда. Отправлюсь в Вики за Мойрой. Деревня маленькая. Деревня маленькая. Дом Мойры где-то здесь. Покажи, что впереди. Подстилка язычников. А теперь оставьте ее в покое. Хоть один косой взгляд, и он станет последним. Мойра, уже можно идти.
Мы в безопасности. Спасибо, Эйвор. Я безмерно благодарна. А если я попрошу тебя выпить отвар? То я выпью. Часто именно так и делаю. Чтобы убедиться, что он не слишком горек для Хальфдена. Когда ты сказала, что его не исцелить, его разум помрачен, верно? Боюсь, что да. Тот же недуг коснулся и моей матери. И тело, и ум постепенно иссыхают. Это ужасно. Ответь мне, Мойра. Твои отвары для Хальфдена. Что в них входит? О, состав непростой. Дай подумать. Лаванда, розмарин, таволга и тысячелистник. Обычные травы снимают боль. Мне нужно вернуться к Хальфдену. Он ждет меня в храме Бригантии. Говори с ним об этом осторожно, если решишься.